Hello, guys! Всем привет! Сейчас я вам покажу секретную комнату моего папы. Welcome! Это комната с его коллекцией. Смотрите, здесь есть старинное ружье, старинный бинокль. У него большая коллекция колокольчиков. Bells. Большая коллекция колокольчиков. From different places. Здесь и сувениры, и очень старые. Так, смотрите, вот этот очень интересный звук. Да. Вот они тут все. У него есть кинжалы, старинные ключи. Старинные утюги. Смотрите, это утюг. Он очень тяжелый. Очень тяжелый. Так. Старое радио, да? Утюги. Он любит старые вещи. Old things he likes. Это большая сковорода. Смотрите, это пилотка. Это настоящая военная пилотка. I don't know how to wear. Я не знаю, как ее правильно надевать. Так, дальше, смотрите. О, это настоящая узбекская. Я не знаю. Я не знаю, что за народность. Шапка. Так. Здесь есть лапти. Это лапти. Старые лапти. Так. Самовар. Смотрите, какой большой самовар. Еще один самовар. Это старинная швейная машинка. Да, все вещи очень старинные. Гвоздь? Я не знаю, что это. Ножницы. Это большой колокол. Смотрите, он очень тяжелый. Я не смогу его поднять, пошевелить даже. Это старинные весы. Коллекция значков. Смотрите, 1986 год. Чемпионат мира по хоккею. Москва. Чемпионат мира по хоккею. Дальше. Олимпиада. Мишка, медведь, bear. Москва, 80. Москва, 1980 год. So that's from those time. Так, здесь у него есть старинные патроны. Весы, это гири. О, смотрите, какой утюжок. Ага, с узором. На нем есть паттерн. Да? Тяжелый, очень тяжелый. Старинная из бересты мешок, да?
Как сумка, да? Сумка. From birch tree. Что еще здесь интересного? Лось, moose. Это старинный фонарик. So he has his collection of old things and he is so proud of it. Очень интересное место. Он любит находить различные вещи, старинные вещи. Он любит узнавать их историю. To know their history. He is very curious, I think so. Смотрите. That's real. Just look at it. It's from birch tree. Это из березы. Сумка из березы. Это порох. Порох охотничий, бездымный. Ну что, друзья, я показала вам коллекцию моего папы. Он очень любит эту коллекцию и пополняет ее регулярно, покупает и находит различные старинные вещи. He is very aficionado of old things. Он любит изучать историю этих древних старых предметов. So, это его хобби. It's his hobby. Спасибо за просмотр видео. Thank you for watching this video. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!